没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂，穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当我低头的瞬间，才发觉脚下的路。Это все моя вина. Я стал причиной твоей смерти. Либо-ла. Я люблю тебя. Целой жизни мало, и следующей тоже. Прости меня. Мое сердце не выдерживает. Не могу терпеть твои рыдания. Мне так жаль, Либала. Извинения не нужны. Стоит ли сейчас говорить эти вещи? Теперь она уже ничего не услышит. Пап, я хочу уехать. Не хочу здесь оставаться. Хочу в Пекин. Пожалуйста. Ладно, ладно. Успокойся. Папа! Не плачь. Посвящается нашей молодости и любви, которые нахлынули словно прилив.
пойдем со мной домой? Мяукни, если да. Молчание тоже знак согласия. Как тебя зовут? Я Лер. Либала называла тебя ушком. Вот. Я думаю, ее вещи лучше забрать тебе. Пароль – день рождения Либалы. Забери это. Она уже не сможет тратить деньги. Забери. Почему ты убежал? Ты задолжал кому-то деньги? Или от тебя кто-то забеременел? Сын, что это? Что происходит? Что такое? Скажи мне скорее, сынок. Мама! Мама, я еще вернусь к тебе. Куда? Куда ты уходишь? Вернись ко мне. У пациента снижается пульс, артериальное давление повышенное. Мы сделали все, что смогли. Морально подготовьтесь к худшему. Что сказал врач? Где Сюи? Это последний шанс увидеть ее. Пойдем. Ты больной? Пойдем со мной в больницу. Твоя мама умирает. Мама! Мама! Сюи. Это твой брат. Пожалуйста, не ссорьтесь. Поладьте друг с другом. Мама! Не оставляй меня! Мне придется. Но я буду присматривать за вами с небес. Вы должны быть хорошими. Мама, ты не умрешь. Ионер, мне жаль. Не злись на меня. Я не злюсь. Я позабочусь о Сюи. Мама. Не переживай.
Мама! 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 Может, вернешься и отдохнешь? Я приду после того, как разберусь с делами в больнице. Это тебя не касается. Если ты не против, то давай с этого момента решать проблемы вместе. Члены семьи, заберите свидетельство о смерти. Уходи! Это не твое дело, проваливай! Запомни это. Я Сюи, и ты Джан Ян никогда в этой жизни не сможем быть братьями. Никогда. Я думаю, что ты девочка. У нас будут разговоры по душам. Либала, выпей йогурт. Если снова его выплюнешь, я тебя побью. Ты так меня мучила, что я не ела несколько дней. Ушка дала мне йогурт. Я все выпила. Ты была хорошей и не заставила меня снова все выплюнуть. Черный парень к нам очень мил. Когда родишься, признай его крестным. Но не бери с него пример, он очень упрямый. И как нам назвать нашего сына в будущем? Ню. Вот, давай вот так. Ешь. Ню. Может, фамилию Ли взять? Сойдет. Это знак уважения. Я уже все продумала. Я буду заботиться о своем ребенке.
Я сделаю все, чтобы дать ему лучшую жизнь. Не покину его, когда он будет во мне нуждаться. Я стану лучшей мамой в мире. Я хочу, чтобы ты стала крестной моего ребенка. Я буду его любить, а ты учить. Хочу, чтобы он добился успеха. Морской бриз помогает очистить разум. Это необходимо для хорошей учебы. Пекин заставил меня чувствовать такую усталость. Спасибо, что признавала меня другом. Либала, я собираюсь поехать на учебу в Шанхай. Не смогу тебя часто навещать. Есть только правильная любовь. Неправильная — это юношеская глупость. Я обиделась, Юи. Дай ему то, что он не получил от меня. Я тебе должна? Если не верну в этой жизни, то верну в следующей. Не волнуйся, я знаю, что делать. Папа, мне нужно кое-что сделать. Возвращайся без меня.
Хорошо, отдай мне это. Почему идешь за мной? Ты знаешь причину. Ты голоден? Угощу тебя лапшой. Ваша лапша с говядиной. Ты только что не ходил к ней? Что, стыдно, да? Ты что, не голоден? Ты когда-нибудь чувствовала себя такой уставшей? Такой сонной? Но не могла заснуть? Такой голодной? Но не в состоянии съесть ни куска? Перестань изображать жертву. Ты убил ее. Она тебя не простит. Поешь. Тебе нужны силы покаяться. Ты любишь ее? Значит, смерть Либалы совсем бесполезна? Значит, Либала просто дура, так? В тот день она звонила мне, но мой телефон разрядился. Я не знал. Всего за несколько минут до аварии. Когда она умирала, я была рядом с ней. Что она сказала? Ты хочешь узнать? Что? Ты правда хочешь узнать? Я не скажу тебе. Я прибью тебя. Так же, как прибил ее? Кто виноват, тот и платит по счету.
Папа, я помогу. Хорошо. Аккуратнее. Действительно старею. Все более беспомощные. Вот. Зимняя одежда. Возьми с собой вещи потеплее, когда вернешься. Заберешь это с собой? Да. Хорошо. Шерсть теплая. Я постираю это для тебя. Такие вещи нужно стирать вручную. Шерсть имеет свойство садиться. Позволишь мне помочь? Не нужно. Лучше возвращайся. Уже поздно. Смени обстановку и забудь о неприятных вещах. Тебе нужно научиться заботиться о себе. Не выходи из дома по ночам. Будь осторожна на улице. Правильно переходи дорогу. И я вылечу твое ухо. Я знаю. Каждый раз, когда хочу забыть, ты мне напоминаешь. Завтра я и твоя мама проводим тебя. Хорошо. Разве твои книги не тяжелые? Когда ты доберешься до Шанхая, я пришлю их тебе. Юта, можно я побуду в одиночестве? Извини. Такая вежливая, я не привык к этому. Неужели сейчас все девушки такие властные и неразумные? Почти. Когда в будущем будешь искать девушку, найди кого-то помягче. Даже некрасивую. Так не пойдет. Меня очень волнует внешний вид. Думала, больше всего тебя волнуют оценки. Как такое может быть? Можно я кое-что спрошу? Почему ты не захотела поехать в Пекин? Шанхай ближе к дому. Маме так спокойнее. Я же в Пекине, о чем тут беспокоиться? Как только смогу, приеду в Пекин и навещу тебя. Береги себя. Когда будешь одна. Хотя я уже говорил это много раз. Смотри, звезда падает, загадывай желание. Это глупо, зачем хватать меня? Лиер, если бы падающая звезда действительно могла исполнить желание, что бы ты загадала? Скажи ты. Скажи сама. Ты скажешь, и я скажу. Хорошо, скажу первым. Я хочу, чтобы девушка, которая мне нравится, всегда была счастлива. Как сопливо. Mm.
Я хочу, чтобы все были счастливы. Это настоящая любовь. Я часто думаю о нашей юности. Это действительно странная вещь. Такая короткая, но волочит за собой длинный хвост. Красуется своими крыльями и долго отказывается уходить. Лампа все еще горит, а песня уже закончилась. Фильм еще не вышел. Любовь уже закончилась. Такова жизнь. Конец. Начало. Снова конец. И новое начало. Не проходите мимо. Не пропустите, взгляните на наш клуб. Это наш участник красивый? Твой взгляд, твои глаза. Твой взгляд должен быть искренним. Посмотрите на себя. Подозрительный, как вор. Видно, что это ни к чему не приведет. Ты уже спугнул девушку. Твой взгляд должен блуждать, не теряя фокуса. Понимаешь? Понятно. Да. Вон, идет одна. Извини, студентка, не хочешь вступить в клуб дебатов и традиционной комедии? Наш клуб активно набирает новых членов, прежде всего девушек. Нам не хватает таких, как ты. По двум словам понятно, что подходишь. Очень. Почему бы не заполнить форму? Нет. Как насчет этого? Я оставлю тебе свою контактную информацию. Лер! Это правда ты? Я хотела тебя увидеть, не ожидала, что встречу. Ты это сделала, сказала, что поступишь, и поступила. Я много училась. Китайская литература? Да. Здорово, будем проводить время вместе. Тебе нравится эта книга? Да, мне тоже очень. Не вся молодежь любит читать, в отличие от тебя. А как же ты? Я уже не молода, я старая. Кстати, я подрабатываю в библиотеке, и нам нужны помощники. Тебе интересно? Только это волонтерский проект. Хорошо. Я провожу тебя до общежития. Спасибо. Несмотря ни на что, мы переживем наше горе и счастье. И двинемся вперед, не оглядываясь. «Преступление и наказание». Думаю, все уже прочитали эту книгу. «Преступление». Главный герой «Преступления и наказания» – мужчина, которому из-за бедности пришлось... Посмотри, это она. Как тебе? Из-за жизненных трудностей... Неплохо. Она подходит тебе. Я уже давно заметил ее. Я чувствую, что она тоже наблюдает за мной. Хорошо иметь уверенность. Хотя главному герою удалось оправдать свой поступок, в конце концов он не смог избежать мук совести и решил признаться. Такая эмоциональная. Посмотри, она смотрит Вы на меня. Вы хотите поделиться со мной мыслями о книге, да?
Преступление и наказание. Разве это не о совершении преступления и получении наказания? Это определенно так. Преступление занимает лишь одну главу. Все остальное о наказании. Это показывает, что если вы допустили ошибку по какой-то причине, неважно по какой, вы должны принять муки своего сердца и испытание духа. Лиэр, ты свободна на выходных? Приходи в нашу кондитерскую. Наш босс готовит самые вкусные яичные пироги. Я тебя угощу. Я хотела встретиться с другом. Со своим парнем? Нет, это старый друг. Тот, которого ты искала в прошлый раз? Типа того. Что значит «типа того»? Ты так нерешительно говоришь. Между вами что-то есть. Сестра, у тебя нет парня? Был. Вы расстались? Он мне изменил. Что, я выгляжу жалкой? Совсем нет. Это его потеря. Я тоже всегда так думала. Ошка, что делаешь? Ты уже поела? Что ты ела? Ты похудела, что, на диете? Становится холодно, одевайся теплее. Как твое ухо? Ты комфортно себя чувствуешь? Ладишь с одногруппниками? Ничего страшного, если нет. Ты там, чтобы учиться, а не заводить друзей. Давай покажу тебе кое-что. Угадай, что это? Фонарик. Необычный фонарик. Он загорается, когда есть свет. И не загорается... когда темно. Интересно, правда? Это заводной фонарик. Благоприятен для окружающей среды. Джан Ян продал много таких в университете. Он специально оставил один для тебя. Я попросил еще, я отправлю его не тебе. Не надо. Это интересно. Тебе так легко промыть мозги? Ну, это действительно интересно. Опять электричество отключили, я общался с двоюродной сестрой. А я все еще читал. Что происходит? Братан, у меня есть вопрос. Богата ли твоя ночная жизнь? Хочешь ли ты поступить в аспирантуру? Обжигал ли ты руку, читая при свечах? Это здорово. Вот. Тебе точно нужна эта модель. Экологичный, энергосберегающий, многофункциональный осветительный прибор. С ручным управлением. Если отключится электричество, ты все равно сможешь читать, когда захочешь, и что-нибудь смотреть. Успешно поступить в аспирантуру. И жениться на богатой и красивой девушке. Всего это за 15 юаней. Попробуй. 15 юаней. И правда неплохо. Я посвящу тебе.
Сможешь ли ты забыть, если захочешь?都释放。